это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Хорошие пельмени, это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой: много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш, лук, сладких сортов для образования бульончика и вкус. С добавлением сливочного масла готовим тонкое яичное тесто и перец совсем немного. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много-много мяса, мало теста.